Кибедисты начали создавать технологии, но также новый персонаж спикер. Это точно, это я знаю. Ты не заметил самую главную пасхалку. Не заметил? Я не заметил самую главную пасхалку. Сейчас, ребята, и проверим. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в все секреты 61-й серии Скибиди Туалет. И сегодня посмотрим три разбора. Первый с этого канала Магадан, второй с канала Фордала, канал Либерти возьмем третьим. В общем, смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите разбор колокольчик, новый. Поехали навстречу секретам тайным. 61-й серии Скибиди Туалет. В этот раз она вышла, как и прошлая серия, только уже через 5 дней, но также... Да, и тоже ночью вообще вышла, что аж фиг поспишь, понимаете? Надо. Очень крутой. Да. Эпизод 61, поехали. Видим то, что камерамены бегут от опасности, которая находилась несколько метров от них. У одного камерамена повреждена сильная рука. Это видно, и вдруг да. на большой скорости приезжает скибидист на колесах. И фигачит другого камерамена, который бежал сзади. Бедолага. Убивает этого камерамена. Подобных скибидистов мы еще не видели, которые именно передвигаются на колесах, только лишь на гусениц. Слушай, кстати, интересный момент. А я не обратил, между прочим, на это внимание. Реально, это же ведь первый автомобилист-скибидист. Скибидист-автомобилист. Вы посмотрите на него. Он прям вообще чувствует себя кайфово. Только, к сожалению, правила дорожного движения тоже знать надо, потому что сейчас будет неудача. Он довольно-таки похож на своих собратьев. Да. По нему сразу видно то, что ума у него немного. А, это не из-за правил, да, это же него стреляют, я уже забыл. Ума не очень установки. И его полностью уничтожают. Дальше мы видим то, что камерамены идут защищать раненых наших хомяков. Кстати, вон. Только не говори, что это главная пасхалка, которую я не заметил, потому что я ее заметил. Камерменов. Но также многие уже знают то, что на заднем фоне стоит тот самый Дафу-бум, который всегда хорошо. За нами наблюдает. Или же другой персонаж, но и тут появляется новый скибидист. Да. Мы видим то, что у него наверху туалета какие-то переключатели, скорее всего, чтобы активировать фонари. Мы впервые видим, как на камераменов светят очень сильным светом. Кстати, да, он же атаковал реально. Реально фонарями атаковал чувачок, нормально. Но это потому, что это святой свет, ребята. Это как бы, понимаете, еще святой водой надо на них еще побрызгать. Чтобы активировать фонари. И вот тогда точно. Мы видим, как на камераменов светят очень сильным светом. И у них даже ломается камера. Свет настолько сильный, что они даже не могут отойти с места. И как раз таки этим пользуется тот самый скибидист. И убивает всех агентов, кроме одного. Подставь, называется, правую щеку, левую. Этот-то не готов ничего подставить. Мы видим то, что скибидисты научились переворачивать оружие, точнее это новая способность. Это означает то, что он может стрелять в разные стороны. Вы сами видите, как у него крутятся ракетницы, и он хочет нас уже уничтожить. Да, да, улыбка коварная, конечно, коварная, да. Но что это за ужас? Вот как до этого можно было додуматься? Мне на это стрёмно смотреть. Вот я не знаю, как вам, мне прям не по себе. Заметили то, что у него почему-то на унитазе какие-то дырки? Возможно... О, я не заметил. Можно от пуль камераменов. Ну и тут и появляется новый персонаж. Не похоже, подожди. Не похоже. Смотри, эти дырки вот на унитазе, они слишком какие-то выверены. Машина, например, в кино там можно увидеть, изрешечена пулями, она никогда не изрешечена вот так вот, знаете, вот так. Можно от пуль камераменов. Ну и тут и появляется новый персонаж, спикер Вумен. По-моему, она именно веселая из агентов Вумен. Ну и да. Самая веселая вообще, самый топовый персонаж пока что, наверное. Вот если честно, то есть, по-моему, самый угарный. Я не знаю, а кто лучше? Ну, Вантузмен, наверное, на втором месте, но все равно. Но это, по-моему, самый классный. У нее красный свет, как у Спикермена Титана. И мы видим, кстати, первого персонажа, который вот так вот танцует. Дальше мы видим интересный момент, такой... то, что ей все равно на свет, как такого танца, говорил, ребята, еще мы не видели. Конечно, их все равно на свет. У нее же нету камеры, правильно? Она же Спикермен. Потому что эта колонка ее даже никак не оглушить. Да. Мы видим, как скибиди стреляет ракетой, но с помощью звуковой волны она просто отбрасывает эту ракету обратно. Причем, обратите внимание, если у нее получается особо нет глаз, то она чисто как летучая мышь посредством эхолокации ориентируется в пространстве. И она эту ракету чисто звуком, она так звуком хорошо, что она почувствовала вот эту вот волну звуковую и отбила, понимаете? Точнее, переводит на скибидиста. И ракета попадает прямо в голову. Она достает два ножа ножите и просто пошли, как бы целится и стреляет ему прямо в глаза. Мы видим то, что ему очень больно, и он точно уже слепой. Она делает сальто, и это тоже первое сальто из агентов. Кстати, как я и говорил по поводу Титана Спикермена, то, что он очень ловкий, как... Ой, я сейчас заметил. Она сняла защиту и смыла его. У него еще система защиты была установлена на смыве. Да? И она, походу, раса спикерменов как раз-таки самая ловкая. Я имею в виду то, что они умеют делать всякие трюки и быстро передвигаться. И они умеют классно танцевать. Это точно. Дальше мы видим отсылку на одну из серий Дафака. Ну и сверху мы видим самолет. Я думаю то, что это самолет камера Вумен. У него... Отсылку на одну из серий? На какую из серий? Ну там...
Там было много, по-моему, серий, мне кажется, когда кто-то от первого лица вот там поднимал там туда вот человека. Такие же как бы красные колонки. Но это далеко, к сожалению, не точно. И тут мы видим, как наши спикермены танцуют. Красава. Но, кстати, на заднем фоне горит зеленый свет. Возможно, это новая раса, которая нам намекает. Чё, где? Какая раса? Как, вот этот, что ли? Можно, это новая раса, которая нам намекает. Ребята, это новая раса. По-моему, это светофор, нет? Мне кажется. Что с зеленым светом еще был тот персонаж, который появился. Понял. Всем спасибо за просмотр. Поехали дальше. Фордл, может быть, тут будут какие-то новые секреты, которых не нашел предыдущий искатель. Сейчас поглядим. Тут начинается с того, что раненый камерамен убегает от скибидиста с пилами. Да. Кстати, у этого скибидиста есть колеса. Так, точно. Пока все по-старому. Нам показывают подобное. И на самом деле, это открывает новые возможности для скибидистов. Теперь они могут быстро и эффективно перемещаться по городу. Его не знаю насчет эффективно, конечно, но быстро и он, точно. Теряя управление, влетает в грузовик. Да, тут понимаем. Появляется персонаж Дафака. Скрытый не вижу персонаж. Смысла так, что-то лучше. О нем говорить. Его мотивы до сих пор неизвестные. Но как мы видим, он снова стал следить за обычными агентами, а не титанами. А вот теперь мне интересно, например, вот сможет ли Фордл понять, а где мы находимся? Мне бы хотелось понять, что это за место. Мы же каждый раз в разных странах, да? И тут далее. Но из-за угла появляется очень обычный скибидист. Он очевидная отсылка на стримера, который любит делать реакции под ником Moist Critical, известного... А, так, блин, я знаю этого типа, это он, что ли? Я видел его видосы. Я еще иногда его путал с другим стримером, которого зовут Асмонголд или... По-моему, Асмонголд, или Асмарголд, или Асмонголд. Короче, они похожи немного друг на друга, если честно. Ну да, я этого видел. Могу ошибаться, но, по-моему, его зовут Чарли. Так же, как Пингвинза. Дело в том, что около месяца назад Moist Critical записал видео про Скибиди Тойланд. Видимо, Дафак решил сделать на это пасхалку. А что записал? Что там говорил? Это тоже впервые, когда Дафак как-либо отсылается на реального человека. Ну вот, смотрите, пожалуйста, нифига себе. Вот и секрет новый, который предыдущий секретонаходитель не раскрыл. Я даже подумать не мог. Хотя надо было догадаться, что если какая-то странная внешность такая нетипичная для всех остальных скибидистов, то, наверное, это отсылка на кого-то. Я подумал, что это Иисус, если честно. Я реально подумал, что это он. Что это какое-то, это, знаете, такое второе святое пришествие среди скибидистов, там, не знаю. Польза скибидиста. Отсылка. Еще там в описании Дафак указал, что это... Отсылка. А, ну вот, кстати, гиковый Иисус туалет. Ну вот, пожалуйста, он даже сам пишет. То есть, неудивительно, что и я так подумал. Да? На него. У данного скибидиста есть способность, а именно два больших прожектора, с помощью которых он на время... ослепляет камераменов и по очереди уничтожает их из своих ракет. Он уже пытается добить нашего оператора, жестко, как тут появляется спикервумен. Кстати, окрас у нее, как у спикермена Титана. Она танцуя, без проблем выдерживает прожекторы. Она выдерживает вообще все, любые испытания жизни просто. И коня на какого остановит, и скибиди Иисуса, и кого угодно. Да. Говорил в разборе 41 серии, что спикермены... Там он танцует на крыше. Абсолютно неуязвимый перед всеми гипнозами ТВ-менов, не, ну это в том числе логично. От сильного света. Объясняется это банально их строением. Ну да. В отличие от камераменов, у них нет чем видеть свет. И как по мне, кажется, что... Как по мне, получается, они вообще все слепые. И они реально вот как летучие мыши ориентируются в пространстве. Это жестко. Зрение устроено как у летучих мышей, а именно эхолокация. Нифига себе! Нифига себе! Он даже... Я это говорил еще при предыдущем разборе. Я не смотрел, ребят. Ну вот, вы видите? Видите, как вот умные люди, когда берутся за дело, они примеры из реальной жизни могут подобрать нормально. Да, я немного кашляю, кстати. Это, возможно, будет. Они видят при помощи слабого звука. Примеры даже одинаковые, да, думаю. Вообще четко, да. Гении четко помыслили вообще в одном направлении. Спикервумен после прожекторов даже похлопала скибидисту. И он решил выстрелить в нее с ракеты. Она с легкостью отбила ее в него же с помощью звуковой волны. Данная способность уже была нам показана у того же Титана ТВ-мена и Титана Радиомена. Далее она берет два ножа и вставляет их в специальное отверстие на голове. Там даже в отверстии. Ну, вообще, да, логично, что там какое-то отверстие должно быть. А дальше звуковой волной, вот что мне нравится. Стреляет ими с помощью той же звуковой волны. Да. Они это я обратил внимание еще даже когда просто сам смотрел. Хорошо попало, кстати. Скибидисту прямо в глаза. Мне вот только интересно, как она, будучи слепой, посредством эхолокации могла понять, где у него глаза. Вот это жесткая эхолокация. Мне кажется, никакая летучая мышь на такое была бы не способна. Мы слышим самый популярный мем, связанный с Moist Critical. Я думаю, даже те, кто не знает о нем, хоть раз слышали его. Далее. Нет. Нет. Боюсь, что нет.
Speaker Woman с помощью звуковой волны прыгает ему прямо на спину. И это очень странно, ведь у нее есть джетпак на спине, но она его не использует. Да зачем ей джетпак? Ты видишь, какая она крутая, она и так справится нормально. Дис продолжает кричать и взлетать, но она быстро его смывает. Ага. Он падает, и спикервумен приземляется около нашего оператора и подает ему руку. Данный кадр — это отсылка на первое появление спикермена в сериале. Там тоже спикермен... И там наверху тоже летело, да! Дал руку сбитому с ног камерамену. Окей. Над ним была армада спикермен. И даже в описании указано... И даже танцы, прямо как там, да? Что спикермены опять пришли всех спасать. В конце все спикермены, да, как всегда, танцуют. Они самые четкие ребята вообще. Они, знаете, когда у всех заканчиваются силы, приходят спикермены решать все вопросы. А оператор ставит лайк. Давайте теперь перейдем к моим теориям. Да, ну давай. Начнем с того, что нам показали. Перейдем к теориям, да? Она тоже хочет. Способности спикервумен. Как по мне, у нее осталась еще как минимум одна способность. Это, наверное, нейтрализация врагов посредством собственного обаяния, да? Наверное, что-то такое, да? Соблазнение врагов, да? Которые нам покажут в будущем. Она такая вумен. Ведь сами посудите, у той же TV Woman нам показали целых 3 способности, и они все необычные. Могу предположить, что другая способность Speaker Woman, связанная с джетпаком, если это, конечно, он, а не специальное устройство. Да? Ну, вообще, может быть. Ну, эта способность, наверное, просто летать она умеет. Да? И у меня есть теория, что та большая летающая армада может быть центром связи всех спикерменов, да? Потому что она появляется всегда в подходящий момент такой, да? Когда они вот победили, вот, и сразу эта штука сверху летит. Спикерменов. Ага. То есть там, где находится их штаб. Но видно, что он изменился с первых серий и стал по окрасу как спикервумен, да? И спикермен Титан. Надеюсь, в будущих сериях... А, я думал, изменился с прошлых серий и прямо как у спикервумен, у него там грудь висит где-то, да? Было бы прикольно. Нам покажут, что находится внутри него. Также такой, знаете, такой женственный такой штаб принятия решений. Так, что у нас тут? Это серия, где скелет большой, да? Сказать, что у скибидистов становится все больше способностей, которые обычно связаны с тивименами. Ага. Была уже их телепортация с черным туманом, а теперь способность большого тивимена — вспышка света. А на этом все. На этом не все, потому что у нас еще третий разбор. Сегодня утром вышел новый эпизод Скибидитоли. Очень рано. А именно 61-я серия. Ага. Как и в прошлый раз, Дафак решил опубликовать эпизод рано утром. И я готов снова повторить, что это очень неудобно. Дафак, мы требуем прекратить ту практику немедленно. Я сегодня нифига это не выспался толком. В самом начале, мы можем видеть без руки. Это мы уже знаем. И по всей видимости убегает от нового скибидиста. Да. И судя по всему, действия эпизода происходят либо где-то в тропиках, либо же где-то в Латинской Америке. Вот это уже интересно. Сейчас, может быть, Либерти подберется к тайне где. Ну, в принципе, это может быть на самом деле и в США, потому что, например, в Майами там есть такие пальмы, в Калифорнии есть такие пальмы. Последние эпизоды мы наблюдали в локациях старой Европы. Угу. Позади раненого камерамена бежит еще один его товарищ. Но ему, к сожалению, не повезло, и его пополам разрезал автоскибидист. Ауч. Кстати, о новом скибидисте. Он представляет собой подобие лунохода. Имеет целых 4 колеса и 2 циркулярные пилы. Ну, кстати, да. Представляете себе такого лунохода на Луну отправить? Мне кажется, там реально, знаете, если вот даже вот на планете, на которую ты отправляешь такое вот сооружение, могла бы быть какая-то жизнь, она бы оттуда убежала сразу просто. Мы здесь вот с этим находиться не будем, да, вот таких луноходов, марсоходов нам не надо. Он довольно опасный, агенты оперативно атакуют нового скибидиста станущей пушкой, из-за чего автоскибидист теряет управление и разбивается об грузовик. Не Камера очень опасно. Поворачивается, и здесь мы можем увидеть таинственного персонажа на фоне. Да. Точно и однозначно сказать, кто это, сложно. Напишите в комментариях. Ну, скорее всего, тот же самый. Хотя, кстати, неудивительно, если потом окажется в какой-то серии, что это какой-то другой секретный персонаж. Твои предположения. Много. Возможно, это Дафак. После кадр снова меняется, и мы можем увидеть еще одного нового скибидиста. Угу. И выглядит он очень нестандартно. Не, вот это я бы вряд ли подумал, конечно. В этом моменте можно подумать, что это, возможно, новый вид скибидистов. Угу. Но нет. Если внимательно прочесть описание, то становится... Я вот никогда не лезу в описание, надо это исправлять на самом деле. Понятно, что новый скибидист является не более чем камео популярного ютубера Пингуинза. Я думаю, все видели мемы с его участием. Так, кто эти все? Кто их видел? Я не видел, я не знаю. Реально все видели? Ну, может, все видели. Я, наверное, отстал от жизни уже, да?
Ага, понятно. Несмотря на то, что этот скибидист является шуточным, он имеет достаточно серьезное оружие. Судя по всему, скибидистам удалось скопировать технологию прожекторов скибидист, шуточный, а оружие нифига не шуточное, да? Реально, они же, получается... По сути, реально, если скибидисты атакуют при помощи такого яркого света, они как бы берут на вооружение технологии ТВ-менов, камераменов, да, то есть... Это, по сути, они учатся друг у друга, понимаете? Вот прямо вот искусство войны надо писать по-скибидистски. Знаете, такой... Скибидидзы должен написать какое-то искусство войны. Типа, держи друзей близко, врагов еще ближе. Ты понимай лучше не только у своих друзей, но и у своих врагов. Что-то такое глубокомысленное. Скорее всего, скибидистам просто удалось взять в заложники одного или двух рядовых ТВ-менов, из которых они и вытащили необходимую технологию. Камерамены также подвержены обучению ТВ-менов. Поэтому скибидистам даже не пришлось ничего переделывать под себя. Ведь в последнее время в сериях не появлялись ТВ-мены, и камерамены уже давно не носят защитные линзы. И как оказалось, очень зря. ТВ-мены, кстати, реально, да, что-то ТВ-мены, ребята, все на свалке истории. Но несмотря на маленькую победу скибидистов, даже это сражение не идет им на пользу. Да. Ведь на поле боя врывается спикер-вумен. Скибидисты вообще, они терпят просто колоссально, серия за серией. Ее появление было ожидаемо. Я думаю, многие из вас догадывались о том, что Дафак скоро сделает ее. Я не догадывался, но теперь знаю, да. Спикер-вумен совершенно не действует излучение нового скибидиста. Ага. И она, насмехаясь над ним, начинает атаковать. Причем атакует очень жестоко. И кинжалом пронзает глаза скибидиста. После совершает очень мощный прыжок в виде сальто. И смывает унитазом. Да. После... И снимает защиту. Я пока единственный, кто обратил на это внимание. Хотя это вообще, ну типа, ни о чем, конечно. Секретик такой, ну неважно. Успешной расправы над врагом, спикер-вумен протягивает руку одному из камераменов. Угу. Мне этот момент напомнил 24-й эпизод. Да, там была да. похожая ситуация. Теперь я уж тоже понимаю, да. После мы видим уже легендарный танец спикерменов. Кстати, вам может показаться, что спикер-вумен имеет оригинальный в своем роде окрас. Но нет. На самом деле, в той же 24-й Опа. Серии нам уже показывали спикермена в точно таком же костюме и это ее, короче, муж или брат. Рубашки. Теперь Наверное. Перейдем к теориям. Не кажется ли вам немного пугающим, что уже вторую серию подряд нам демонстрируют, как скибидисты копируют технологии ТВ-менов? Почему ну, это происходит такое. Настолько стремительно? Лично я мне... об этом не думал, но теперь задумался. Прям. Реально, у него же эта колонка была точно как у Титана Камерамена в свое время, да? Кажется, что все это дело рук скибиди-ученого. Вопрос только лишь в том, почему именно сейчас у скибидистов появились технологии ТВ-менов. Возможно, в будущих сериях... Может, они их долго разрабатывали просто? ...эх нам раскроют ответ на этот вопрос. Вопрос. А как считаете Было бы неплохо. Вы, обязательно напишите свое мнение в комментариях. Ну что, на этом завершаем. Вот так все секретики раскрыли. Ссылочка теперь вот сюда вот вам. Переходите, наслаждайтесь. Тут другой видос. Он тоже будет для вас интересен, если этот понравился. Всем счастливой удачи, пока. Увидимся вот тут.